Узнагороды супрацоўнікам органаў унутраных справ і военнослужачым унутраных войскаў Магілёўскай і Віцебскай областей уручылі ў вёсцы ГАІ Магілёўскага района. Урачыстая цырымонія прайшла каля помніка байцам батальёна міліцыі Константіна Уладзімірова. Сярод узнагароджаных больш за сотню супрацоўнікаў праваахоўных органаў двух областей – Магілёўскай і Віцебскай. Усе яны якасна выконваюць свой службовы абавязак. Медалі ад міністра унутраных справ Беларусі таму пацвярджэнне. Указом главы государства было принято решение о награждении сотрудников органов внутренних дел. Это огромная оценка нашего труда, оценка как государства, так и лично главы государства. Я хотел бы от всей души поздравить моих коллег с вручением государственных наград, пожелать им самое главное – здоровья, сказать огромные слова благодарности за их службу, поблагодарить их родных и близких, которые их поддерживают. Это тоже немаловажно, потому что, выполняя задачи, сотрудник милиции должен быть уверен, что у него дома все хорошо, с его детьми, с его женой. Сярод узнагароджаных самое высокое звание выше потолка атрымаў начальник отдела криминального вышуку Климовицкого района Виктор Минченко. Это, наверное, на территории не то чтобы Климовицкого района, а ближайших. Это впервые такое, чтобы присуждалось звание сверх звания, установленной по должности, подполковник милиции. Я, если честно, до сих пор еще это и не осознаю. Выполняя свой долг, не думаешь ни о наградах, ни о званиях, просто стараешься помочь людям. Так само супрацовники Министерства внутренних справ ушановали память героев батальона милиции Уладимирова и усих тех, кто загинул, выконуючи профессийный обовязок. Сергей Пеклин, Александр Артемьев, новини региона. Представники Могилевской области стали обладальниками республиканской премии «Лидер споживецкого рынка 2022». Престижную узнагороду отримали предприемства, которые работают у разных сегментах рынка. Серед узнагородженных – закрытое акционерное товариство «Агрокомбинат Зара» и открытое акционерное товариство «Бабушкина крынка». Предприемства, которые отзначены этой премией, отримливают возможность маркировать свою продукцию специальным знаком «Лидер 2022». Это подкресливает белорусское походжение товара, что для многих споживцов стало синонимом якостного продукта.